Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Магаданской области провели брифинг-профилактику на тему совершаемых мошенничеств с использованием телекоммуникационных технологий. Так как за два месяца 2022 года зарегистрировано 102 преступления, совершаемых в сфере компьютерной информации. В связи с большим количеством преступлений сотрудники ведомства рассказали, как себя обезопасить от нападения мошенников. Когда вам звонят неустановленные лица с неизвестных номеров, сообщают о сомнительных операциях, проведенных по вашим банковским счетам, не надо сразу ударяться в панику. Надо понимать, что в данное время вам звонят мошенники. Банковские сотрудники не станут вас убеждать в том, что денежные средства надо снять со своего счета, перевести через банкомат, посредством банковских операций, на какие-то неизвестные счета. Этого обращения от сотрудников банка к вам никогда не поступит. У МВД напоминают, что нужно быть осторожными при совершении онлайн-покупок, быть бдительными при рекламе, которая обещает легкий заработок. В любой нестандартной ситуации прежде всего важно спокойствие. Если входящий звонок вызывает у вас хоть немного сомнений, прервите разговор. Любовь Голембиевская, Олег Калугин, Магаданское время.